שלום לכולם. קוראים לי אולגה וכבר שנה וחצי אני גרה בישראל. בסרטון הזה אני רוצה לספר על עצמי ולמה אני גרה בישראל. אבל קודם כל בואו נחליף שפה כי אתם לא תבינו כלום. Всем привет, меня зовут Оля, и я уже полтора года живу в Израиле. Еще в далеком 1996 году мои родители увезли меня в Израиль. Мне было всего 6 лет. В первый класс я пошла в Израиль, закончила 6 классов, а это по-израильски считается как начальная школа. Бейт-сефер Юсоди. В 2002 году, когда мне было 12 лет, и я как раз закончила Бейт-сефер Юсоди, на свет появляются мой брат и сестра. И мы всей семьей обратно возвращаемся в Россию. В России я доучилась в школе, это было не так уж и просто. Я ведь не знала ничего про правила русского языка, я не знала, что такое существительное, приставки, суффиксы, корни, слова, ударения. Из-за этого я сначала пошла в 3-й класс, а потом в 5-й. Хотя по приезду я должна была идти сразу в 7-й класс. Я закончила школу 11 классов. Закончила университет по специальности туризм. Я работала во многих местах. Я работала в гостинице, в хостеле, и продавцом, и секретарем, и менеджером в рекламном агентстве. Но что-то все было не то. Мне не складывалось ни с работой, ни с отношениями. 2018 год. 10 октября я второй раз репатриировалась в Израиль. Но уже взрослая и самостоятельная, собрала все документы и прилетела. Оставив свою прошлую жизнь, я начала все сначала. Здесь я начала новую жизнь на новом дыхании. Сейчас мне 30 лет, у меня есть парень, его зовут Оскар, и мы вместе живем в городе Рошайн. Я работаю в магазине одежды, а у Оскара есть свой бизнес в строительной сфере. Вот такая вот моя история с Израилем. И да, я не сказала, что я являюсь гражданкой Израиля, у меня есть израильский паспорт, и мой папа еврей по маме. Всем большое спасибо за внимание, если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях, я отвечу на них в следующем видео. Всем пока-пока! Сейчас мне 30 лет, и я до сих пор поправлялась с вами. 10 октября я второй раз репатриировала... Фух, это сложное слово, простите.